Ребята, осталось 2 дня до фестиваля, и мы уже готовы рассказать то, что мы для вас готовили все эти месяцы. Готов? Да. Я обычно вообще не участвую в сторителлинге, но то, что мы для вас делали за какие несколько месяцев, полгода, оно действительно поистине уникально, потому что это будет впервые не только в России, но и в мире. С помощью собственной нейросети мы сделали целых 12 часов контента, которые вы сможете увидеть на фестивале. Обычно делают контент под артистов всего 10-15 сцен, вы увидите более 200 миров. Сетап нынешней постановки составляет 32 метра в ширину и заполняет практически все пространство клуба, в том числе потолок. Это будет самая дорогая постановка фестиваля World Drum & Bass за всю историю. Дорогая для нас, потому что картинка, продакшн сейчас стоит в 3,5 раза дороже, чем на всех предыдущих фестивалях. Конечно, мы читали ваши комментарии относительно звука на наших прошлых мероприятиях и то, что он был отстроен не на 100%. В этот раз мы решили пойти кардинальным образом и сменить всю звуковую систему клуба и привести полностью свой. Короче, грубо говоря, звука будет в 2 раза больше.